Шеф-повар Максим Григорьев. Хлеб пшенично-ржаной в хлебопечке. И хотя сейчас прилавки магазинов наполнены разнообразными сортами хлеба, и можно выбрать любой на свой вкус, я рекомендую приготовить пшенично-ржаной хлебушек самостоятельно, к тому же, в хлебопечке сделать это совсем несложно. Время приготовления 2 часа 50 минут. Ингредиенты. Вода 310 мл. Дрожжи сухие 1,5 чайных ложек. Какао-порошок 2 столовые ложки. Кофе растворимый 1 чайная ложка. Масло подсолнечное рафинированное 30 мл. Мука пшеничная 2 ст. Мука ржаная 1,5 ст. Сахар 2 чайные ложки. Семечки подсолнуха чищенные 4 столовые ложки. Соль 1 чайная ложка. Шаг 1. Для приготовления нам понадобится вода, мука пшеничная, мука ржаная, соль, сахар, какао, кофе, дрожжи сухие, масло растительное и семечки. Шаг 2. В теплой воде размешайте какао, сахар и кофе. Шаг 3. Вылейте в чашу хлебопечки. Добавьте масло. Шаг 4. Всыпьте соль. Шаг 5. Просейте пшеничную и ржаную муку, добавьте дрожжи. Шаг 6. Установите чашу в хлебопечку. Шаг 7. Выберите режим цельнозерновой хлеб, вес 1 кг, корочка, средняя, нажмите старт. Общее время приготовления составит 2 часа 50 минут. Шаг 8. Примерно через 0,5 часа, после звукового сигнала, добавьте в чашу семечки. Шаг 9. Наш пшенично-ржаной хлеб в хлебопечке готов. Шаг 10. Охладите хлеб в течение 1 часа и подавайте на стол. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.